Яркий солнечный день. Большинство детей после окончания уроков спешат на улицу, а эти мальчишки вместо того, чтобы гонять мяч, сидят в классе и кропотливо выкладывают из кружечных бисеринок настоящие шедевры. Ну, там такой специальный цвета, буквы там, наверное, нарисованы. И там это, ложить на них надо, бисер. В чем сложность? В том, что это можешь не туда положить. Одни рисуют, другие вышивают. В этом году воспитатели первого интерната предложили своим ученикам новую интересную методику. На специальную клеющую основу нанесен рисунок, который нужно украсить разноцветным бисером. Готовые полотна выглядят как настоящие произведения искусства, которые не стыдно и в музее выставить. Помимо картины с бисера ребята занимаются различными видами творчества. Это работы с фоами рано. Девочки очень много делают цветов, картин. Это вышивка, это папье-маше. Также работы из бисера. То есть это девочки очень много делают браслетов различных. Вышивка бисерами, тестопластика. Да, нашим детям очень нравится заниматься тестопластикой. Материалы для творчества школа-интернат приобретает за счет спонсоров. Готовые картины ребята уже не раз выставляли на Ангарском Арбате. Некоторые удалось продать. На вырученные деньги купили заготовки для новых картин и снова принялись творить. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.